этого психопата-фотографа из-за того, что сами видели, что он делает с девушками, так как в прошлом ролике я прикреплял момент видеорегистратора, и в любом случае, если надо прекращать. Сам по себе он из себя ничего вообще не представляет, то есть обычный хилый замухрышка. Ну, девчонки, он девчонку схватил. Вообще нас он улыбается. Ну, какая-то подруга, что ли? Слушай, может... Что-то для подруги она маловато слишком, тебе не кажется? Ей годик вот сколько? Ты любишь успокаиваться? Да успокойся! Я не шумел. Кирилл, ёп! Ну иди! Шумел, он сейчас пойдет! Помоги! Это Женя сделал! Он ее вытащил! Он чем-то Лёхин, наверное, закрыл! Да ты можешь сильней! А что за веревка? Ловушка? Странно. Я сказал, заткнись, Лёха. Ты не хочешь проблем у своих друзей, а? Не хочешь? Антон? Тогда заткнись, сука. Я вот... Антон, а ты? Заткнись. Чего ты хочешь сделать? Я тебя. Заткнись. Отпусти меня. Да ты... Мы же с тобой были на одной стороне. Все, я молчу, молчу. Если ты хочешь, чтобы твои друзья жили, хотя это маловероятно. Нам бы найти вообще ее. Нам бы Санька. Санек пришел, слышишь? Это не Санек. Твою мать. Что ты с ним сделал? Отпусти его. Санек! Он же... Отпусти, Санька! Я фотограф. Я не могу его найти. Да нет здесь ключа, понимаете? Твою мать. Мы что тут закрыты? Сука! Твою мать!